В озере Титикака нашли древние артефакты. Находки относятся к цивилизации, которая населяла местность задолго до прихода инков. На дне озера Титикака, располагающегося на границе Боливии и Перу, обнаружены исторические артефакты. Их относят к древней цивилизации Тиуанака. Об этом сообщается на сайте Университета штата Пенсильвания. Археологи исследовали дно озера Титикака с помощью сонара и подводной трехмерной фотограмметрии. Проанализировав полученные данные, специалисты нашли подняли со дня древние артефакты. Ученые относят их к культуре Тиуанака, жившей на этих территориях в период с 500 по 1100 год нашей эры. Археологи обнаружили украшения из золота и ракушек, лампы и керамические курильницы с головой помы. Предполагается, что это были некие подношения богам и их специально погружали в воду. Специалисты подчеркивают, что цивилизация Тиуанака населяла эти земли задолго до прихода инков. Последние появились в регионе только в X веке. Ученые надеются, что найденные предметы помогут лучше узнать основы религии и ритуального поведения культуры Тиуанака. Накануне в Киеве раскопали улицу Звеевика, а также сообщалось о том, что в Помпеях нашли древнеримский фастфуд. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.